столице республики открылась 12-я межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2020». Для специалистов это возможность обменяться новыми идеями, научными разработками в области картофелеводства. Для горожан – шанс приобрести качественный посадочный материал напрямую от производителя. На выставке представлено более 25 популярных сортов всемирного картофеля, отечественной и иностранной селекции. Выставка проходит на территории торгового комплекса «Николаевский».